Местные одобряют стремление чужака раздеться до пояса и попробовать. Меня сопровождает вождь Мунданда. За мной. Следовать за вами? Хорошо. Рыбу в озере вождя в этом сезоне еще не ловили. Прежде чем войти в воду, Лози по традиции проводит обряд благословения воды. О, ну вот. Грязновато. И что же мы здесь найдем? Какую рыбу? Усачей. Ясно, значит, главное вонзить в рыбу копье. Да, ясно. О, рыба. Кто-то что-то поймал. Кое-кому же что-то попалось. Это как лотерея. Я думаю, такой неэффективный способ выбран намеренно. Мои рыбацкие инстинкты работают на пределе возможностей, но это сейчас не главное. Дело в чем-то еще. По традиции, охотиться позволено только мужчинам. Мальчики, только оттачивающие навыки владения копьем, работают отдельно, на мелководье. Они присоединятся к мужчинам, когда достигнут нужного возраста. Что-то подсказывает мне, что я не лучший пример. Смотрите, я поймал полено. Иногда я и на крючок их ловлю. Привет. Можно посмотреть на рыбу? Итак, это сом. Как раз его ты ожидаешь найти в такой воде. Кислорода им много не надо, так что подобные пересыхающие водоемы им по душе. Этот весит около 2 килограммов. Мясистый. Хороший будет обед. И, как и прочие сомы, он постигает окружающий мир через вибрации. Глаза у него тоже есть очень маленькие. Также у него есть зубы. Небольшие зубки. На ощупь, как напильник. Если он схватил мелкую рыбку, ей уже не ускользнуть. Спасибо. Посмотрим, как дела у старших. Это вы поймали все это? У них много сомов. Сколько их тут? 1, 2, 3, 4, 5. Это... Господи! 4 великана. 4 великана, да. Вы здесь лучший рыбак? Он говорит, сегодня да. А я ничего не поймал. Может, вернуться через год? Да. Улов из приблизительно 200 сомов из одного водоема позволяет предположить, что эта часть Замбези в хорошей форме. Но почему выбран такой нестабильный способ рыбной ловли? Мы наловили немало рыбы, но могли поймать еще больше. Будь у нас всего одна сеть и сотня людей, вся рыба была бы наша. Почему вы так не делаете? Но это все равно, что съесть всю еду в доме за один день. На завтра ничего не останется. Вылов рыбы строго регулируется, и давно у вас такая система? Испокон веков. Так было всегда.